сейчас сделаем реакцию на BTS, Heartbeat, это ост к их фильму, который выйдет вот в августе. Mm-hmm. Песни я слушала, она слишком... Я плачу. Давайте смотреть. Тут рэп у Арема будет на английском. Очень красивая песня. Да. О май гад. Как красиво. Зона. Сейчас буду и вечер. Они там что-то... Какой ребёночек? Вау, вау. Как классно танцуют. Вау. Это красавчик Джин. Handsome boy. Handsome guy. Какой красивый. Да, здесь точно. Ниги. Ниги, пианино это. Нерастеримые вещи. Вау. Вот, классно, да. Очень красиво прям. Вау. Офигеть, красиво. Даже вселенной дошли их песни. Вау. Но все равно, да, будет такая красивая. Ну да. Зона, огонь. Золото. О. Они встретились все вместе. Офигеть, это муж. Его голос. Да. Вау. Это, знаете, как история их становления? Да. Да, да, точно. В один прекрасный день они встретились. О, я хочу этого слышать. Точно. Какая красота. Вот это, блин, красивый. Очень красивый. Песня просто, я не знаю, разрывает мне душу. Вот честно. Какая красивая песня. Песня красивая, ты тоже. Скоро фильм. Да. Сколько его берет? Да, 6 лет. 6 лет. Все равно 6 лет. Ужас. Боже, я помню свои впечатления, когда я вот первый раз увидела их клип. Вот этот вот We are Bulletproof, там дети, вот это было. No more dream. Там
Намджун такой в этих очках ужасный, такой весь прическа. Такой, харизма, харизма. Вы сейчас помните шапку Юнги, которая на нем была, вот этот каска непонятно. Мне нравится, классная была, классная. Я помню, что мне тогда понравился Хусок, я на него посмотрела. Я тоже. Вау, какой красивый парень. И он так классно там танцевал. О, боже. Мы стареем вместе. Да, мы постареем вместе с вами, ребята. Я училась в университете 6 лет назад, когда... Я уже работала. Нет, я тоже уже работала. Университет. 6 лет уже пролетело. Ужасно. Время. Ой, надеюсь, BTS просуществует еще лет 20. Долго. И будут вообще в принципе. Вот старичками станут, и все равно, о, давайте камбэкнемся. Да, да. Давайте мы уже не повторим. И мы уже старушки будем. Хотя они мне не упали. Нет, мне даже там упали одного нету. А мне уже пофиг такая. Я хочу назвать тебя упой такая. Она поставит хорошую музыку. Очень хорошую музыку. Вот поэтому. За что хотя бы за музыку BTS надо любить. Mm-hmm. Вот я тогда начала их слушать, потому что, ну, как бы они себя позиционировали именно как self-promotion group, uh-huh. которая сама uh-huh. пишет, сама ставит танцы. Вот. И вот тогда вот. И действительно, я очень рада, что они таких высот добились в жизни. Вот, мы сейчас как говорим, как старые тетки, так что давайте закругляться. Да. Все было круто. Всем идти на фильм BTS. Да.